происходит дифференциация даже внутри логического сообщества, и такое понимание, что вот есть логика, как там игра с какими-то исчислениями, что такая некая строгая наука, в таком уж очень формальном стиле. И есть вроде бы логика, или даже не логика, а философия какая-то такая, как дисциплина, вскрывающая некие фундаментальнейшие мировоззренческие основания, заставляющие думать. Вот, как я сказал про Аристотеля и Логос, и вот здесь вдруг как бы такая мысль возникла. Вот Логос, да, филология, любовь к слову. Антропология, наука о слове. Антропология, наука о человеке. А логика — это просто логика. Это фундамент всего, это наука, что называется. Просто наука. И вместо логической семантики в этом контексте, о котором я хотел сказать и сказал, действительно трудно переоценить. Логическая семантика в этом смысле может выполнять синтетическую функцию. Как часть логики, строгой, серьезной дисциплины, она близка этой формальной части логики, а как дисциплина априори, поднимающая мировоззренческие моменты, она действительно близка вот к этой мировоззренческой функции, собственно говоря, к философии. То есть углубляющийся разрыв между логикой и философией вполне может примирить и объединить их логической семантикой. Ну, грубо говоря, философам сказать, что есть некие строгие вещи, о которых сегодня Владимир Васильевич тоже говорил. Все эти постмодернистские штучки надо тоже загонять в логические моменты. А логикам показывать, что не стоит слишком увлекаться, именно если логика — это философская логика, увлекаться, скажем так, игрой с символами, чтобы за всем этим видеть мировоззренческие выходы.